Дорогие друзья, приветствуем вас в парке Маклилен. Причина, по которой мы здесь находимся, это наше огромное желание рассказать вам о прекрасной возможности обучения от школы Highlands Community Charter School в районе North Highlands. Здесь наша школа уже около 5 лет тому назад открыла одну из своих локаций, но из-за постоянного спроса на наши услуги мы недавно расширились и открыли еще один корпус. Мы предлагаем здесь классы по обучению английского языка, а также программу среднего американского образования. Как именно проходит обычный рабочий учебный день, мы это узнаем сейчас у наших студентов, а также наших сотрудников. Меня зовут Илья Чобану. Я приехал сюда в Соединенные Штаты из Молдавии, из Кишинева. Сейчас учу английский язык здесь, в этой школе. Мне эту школу рекомендовал мой друг, с которым мы ходим в церковь. Он здесь учился и сказал мне, что это очень хорошая школа, поэтому мы пришли сюда и попросились зачислить нас в эту школу. И нас очень радушно приняли, и вот мы уже месяц ходим с женой. Эту школу готов рекомендовать любому. Меня зовут Инна. Я приехала в Америку, в Соединенные Штаты Америки, уже как бы 3 месяца было. А в школу хожу сегодня вторую неделю. Это как бы 10-й день сегодня у меня. Я пришла, и вот здесь как бы чувствуется какая-то теплота, подход к ученикам, они информируют нас хорошо. Цель у моего прихода в школу, чтобы выучить английский язык, потому что я учила в школе, но... Это уже было 20 лет назад, как я закончила школу, и здесь, если ты знаешь английский язык, это уже твое будущее, как бы. Меня зовут Александра Синчук, я приехала с Украины, Житомирская область, у нас там сейчас война, поэтому моя подружка меня пригласила сюда, в Америку, с детьми, я сама с 2 детками приехала, здесь я уже нахожусь 7-8 месяцев. Ну, без английского в Америке никак. Поэтому хожу в школу как студент, как школьница. Хочу общаться, хочу найти хорошую работу. Очень нравится эта школа, особенно учителя. На нулевом уровне у меня преподавала Малика. Она очень хороший учитель от Бога. А на первом уровне сейчас Нелли, тоже очень. Я ее очень люблю, она очень хорошая. Мне она очень нравится, она нам всем студентам помогает. Ну и, конечно, хочу добиться результатов в английском. Меня зовут Оксана, я родилась на Украине, город Рожище, Волынская область. В этой школе недавно, месяц уже, услышала от родственников, учиться онлайн, вот я решила, что все-таки хочу очно. Вот, улучшить свои знания, вот так как только в школе использовала. А мне очень нравится учиться в Highland School. Очень интересно, хорошие преподаватели, все доступно, понятно, рекомендую. Спасибо. Здравствуйте, я Андрей Бондарчук, я работаю тут преподаватель, teacher. Я преподаю английский язык второму и третьему уровню.
мы тут преподаем и чтение, мы тут преподаем и английский язык, и историю, и государство. Мой урок начинается в 8:30, и мы заканчиваем в 3:45. Я преподаю с 9 утра до 11 часов утра. Потом у нас перерыв, а после перерыва мы Burlington English занимаемся, потом мы идем на обед, а потом кто уже занимается лично, допустим, сочинение пишут или там читают книгу, у нас это Reading with Relevance, есть книги, которые они должны читать, студенты, и написать должны сочинения. Так что они печатают на сочинения. У нас сзади нас компьютера есть, они на компьютерах тут сидят и занимаются. Студенты могут в любое время уходить. Некоторые студенты только могут прийти на 2 часа или на 3 часа. Это без проблем, они могут уйти раньше.